Welcome, Clive. Дорогие мужчины, меха на Руси носили всегда. Лучший подарок 8 марта для ваших любимых подготовила меховая фирма «Отрада». Огромный выбор, доступные цены для настоящих мужчин. В ассортименте весенние меховые куртки и жакеты. Вас всегда ждут по адресу Самара, Ленинградская, 31. Звоните прямо сейчас. 32 60 45. Фирма «Отрада». Колготки «Грация» отвечают всем требованиям женщин. Комфортные, эластичные, элегантные, прочные и доступные по цене. Модели на любой вкус и на все сезоны. Российская сенсация. Практичные колготки «Грация». Мебельный салон «Гранд». Офисная мебель для достойных людей. В нашей мебели изящество веков и комфорт цивилизации. Изысканность, удобство, качество. Вы заслужили это, и «Гранд» это знает. Мы ждем вас по адресу: улица Больничная, 39, телефон 70-20-94, 70-20-92. «Шведская четверка» и ее лучшие песни на Первом канале в фильме «Абба». Раздай-ка карты, я не могу прожить без женщин и азарта. Как небеса, которая придет внезапно, как гроза. Чудесный праздник, цветы, улыбки, поздравления популярных артистов. Все это 7 марта после программы «Время» на ОРТ. Новое мыло «Цветы России». Его форма подсказана самой природой и напоминает вам о ней. Созданное на основе природных компонентов, оно отличается высоким качеством. Мыло «Цветы России». Природа нежный дар. Every time you eat. Каждый раз во время еды ваши зубы подвергаются разрушительному воздействию кислоты. По сравнению с другими жевательными резинками, не содержащими крапамид, Дирол предотвращает кариес намного эффективнее. Дирол эффект защищает ваши зубы с утра до вечера. Не бывает дома без беседы и без домового. Новый чай «Беседа» – это идеальное сочетание чайных листьев и гранул. Листья дают напитку глубокий аромат, а гранулы – крепость. Так рождается изумительный вкус чая «Беседа». Это мне по душе. Тепло и уют в доме. Беседуйте на здоровье. Чай «Беседа» создан дарить тепло. Нашу любовь не разорвать. Никогда. Сан-Пеллегрино Планет 3 Dimension. Стойкий к появлению затяжек. Сегодня суп с фрикадельками. И, конечно, добавляем Галина Бланка. Галина Бланка – это любовь с первой ложки. У нашей скорой помощи старые машины. Пожалуйста. Заплатите налоги. Министерство Российской Федерации по налогам и сборам напоминает. 1 апреля – последний день подачи деклараций за 1998 год.
Здравствуйте. Здравствуйте. Этот выпуск подготовила и представляет вам бригада аналитической программы «Время» Сергея Доренко. Поздравляем вас с наступающим праздником. Три громкие темы недели – это скандал с расследованием о коррупции в правительстве, споры о бестактном поведении МВФ, который не хочет делиться, и отставка Березовского, всколыхнувшая политизированные массы. По словам лидера «Яблока» Григория Явлинского, вся шумиха второй половины недели была организована для того, чтобы отвлечь внимание общества от обвинений в коррупции членов кабинета Примакова. Обвинения в коррупции. Вот с чего все началось. В основном капитал. Членов Примаковского кабинета впервые заподозрила в коррупции думская фракция.